вопросов оказалось такое огромное количество, я просто физически не могу на них всех ответить. Я еще сделала буквально 2 сториз, где посвящу ответам, и буду просто почаще проводить такие опросы. Где-то больше, наверное, 300 вопросов. И очень многие повторяются, поэтому если увидите свой ответ, пожалуйста, не спрашивайте еще раз. Девочки мои, вы только посмотрите, какую я заказала себе милую повязку в корейской косметике Santini Beauty Shop. А еще нашумевшие патчи для глаз на основе улитки из золота. Вот я их сейчас нанесла. Покажу вам, как они выглядят вблизи. Вот такие вот патчи, специальная ложечка, которая помогает их доставать. Патчи очень круто разглаживают мимические морщинки, осветляют кожу. Никакой усталости, никакого недосыпа видно не будет. Использовать нужно ежедневно. Пятого января в 22:00 Известия Холл. Главная вечеринка, долгожданное событие, где соберется 9 артистов на одной сцене и будет около 5000 человек. Успевайте приобрести билеты, переходя по ссылке, либо заходите на аккаунт. Смотрите, какого огромного краба я поймала. Ну, как сказать, поймала. Он от меня убегал, спрятался, а я на него навела свет и снимаю. Вот еще. Что ты будешь убегать от меня? О-о-о. Ой, какой красивый. Че? Мне кажется, если он побежит на меня, я от страха просто умру. Вот такой вот он. Привез Сейшику игрушку из России. Он теперь в ней души не чает. Отдай. Отдай, дай я тебе ее кину. Дай. Ты мой маленький. Извините, пляж грязненький у нас. А так вообще у нас все весело, играемся. Дай. Дай кину. Ты мой хороший. У нас сегодня пасмурно, друзья. И вообще, по-моему, я попал в сезон дождей. Вопрос Ирине Пинчук от наших телезрителей. Скажите, пожалуйста, как Ирина, нравится ли вам фамилия Блюменкранц? Очень, безумно. Я надеюсь, что в 2019 году я стану Блюменкранц. Ирина Сергеевна.